Большой привет, девчонки! Сегодняшнее видео не по моей тематике, но я чувствую, что я должна вам это рассказать, потому что все мы с вами красивые, все мы с вами подчеркиваем свою красоту с помощью макияжа. И сегодняшнее видео я посвящу тому, как схитрить немножечко, ускорить процесс рисования стрелок, в частности. И, возможно, вы уже это знаете, но я чувствую, что я должна вам это рассказать. Мало для кого секрет, что, например, правильные брови можно нарисовать, ориентируясь на три точки. Это первая точка, вторая точка и третья точка. Точно так же с помощью вот этого самого треугольника можно нарисовать правильные стрелки. И можно получить просто классическую стрелку на каждый день. Если вы куда-то торопитесь, и вам срочно нужно просто сделать ровно и одинаково на двух глазах, потому что часто это проблема, не всегда получается нарисовать одинаковые стрелки. И даже если вы мне будете рассказывать, что у вас всегда это получается, я ни за что не поверю, потому что вот иногда что-то идет не так, и вот стереть стрелку — это очень сложно. Берем подводку, которая вот в таком стикере. Главное, чтобы был такой вот заостренный кончик. С одного края мы делаем упор на нос, на крыло носа. А кончиком мы касаемся края глаза и упираемся в конец брови. Что мы делаем дальше? Может быть, это выглядит смешно, но это очень надежный способ. Дальше мы просто ведем вниз по-прежнему. В том же направлении мы немного спускаем вниз наш карандашик и оп, и вот. Получается, что мы просто берем правильное направление. То же самое можно сделать с этой стороны. Так, нашли кончик. Раз. Вот. И получается, что у нас с двух сторон просто одинаковые стрелочки в плане направления дано стрелкам. Далее вы просто дорисовываете то, что вам нужно. Здесь 5 секунд, и здесь 5 секунд, и все. Стрелки одинаковые, одинаковые длины, одинаковые готовы. Ну вот, дальше мы просто дорисовываем глаза, и получается, получается все ровно и красиво. Надеюсь, для вас это было полезно. Спасибо большое, пока-пока.